5 утра. 4-3% 5 утра. Как ты думаешь, выстоим, нет? Блять. Охуеть, не встать. Пиздец. Опять. Всем привет, ребят, с вами Кидон Плей. Сегодня мы с вами продолжаем проходить Five Nights at Freddy's, первую часть, пятая ночь. В общем, смотрите. Тактика следующая. Как я вычитал на форумах, пишут следующее. Нужно очень внимательно следить за Лисо и за Фредди. Если мы будем за ним следить, типа вот за ним следить, блять, сломали уже мне все, то мы сможем контролировать. То есть самое главное это... Ну, они уже ушли. Ладно, самое главное за Лисой следить и поглядывать по сторонам. Если Фредди уже ушел, блять. Пиздец. Так что все, следим за Лисой. И прислушаемся внимательно. Так, Лисы нет пока. Быстро смотрим. И Лиса. Опять Лиса. В общем, Лиса это наше все сейчас. Потому что она очень быстро, эта мразь, перемещается. Мы можем просто ее просрать, понимаешь? И за ней сейчас самое главное... Так, секунду. И за ней самое главное следить. Так, ладно. Так, проверка. Ага, все, видишь? Она вылезла уже. Она уже вылезла. Она уже вылезла. Смотри, за Лисой надо следить. И за этой комнатой. Потому что в той комнате Фредди бывает. За ним тоже надо поглядывать. Блять, нихуя себе, уже пришел, прикинь. Охереть устать. Бля, сука, никуда не уходит. Смотри, мразь какая. Стоит еще там. Блять. Пиздец. Вот пиздец, в самом начале, прикинь. С ним встретить. Бля, съебал уже, а. Вот на натуре. Какого хрена? Вот он пришел. По сути, все, пиздец. Я не могу дверь открытой ставить, у меня энергия тратится просто так. Так, смотрим, Фредди не пришел. Этот идет, да, гад? Ну ладно, пускай идет. Блин, ты иди ты нахер, а? Какого хера? Вот Лиса уже, видишь? На монстре человек говорит, самое главное за Лисой следить. Потому что Лису очень легко просрать. Очень легко. Блять, он что, так и будет стоять, что ли? Он охерел? Или что? Я не понял. Какого хера? Пиздец. Никуда не уходит, смотри, к чё. Ушел. Так, я закрыл. Ага. Можно открыть. Так, смотри, значит, он ушел. Можно открыть. Следим за Лисой. Ага, вон он в коридоре. Так, это идет сюда. Так, за Лисой следим. Самое главное, это у нас Фредди и Лиса. На всякий случай. Ага. Ох, нихуя себе. Скажу я вам. Блять, припёрся нахер. Так, смотрим Фредди. Да, Лиса пошла. Вон и Фредди. Лиса пошла. Ага. Так, Лиса пошла. Так, смотрим. Все, Лиса вернулась, открываем. Открываем. И теперь следим, знаешь, что за Лисой и за Фредди. Фредди, вот он, получается, стоит. Лиса, вот. Смысл в том заключается, что когда ты за Фредди типа следишь, он медленнее идет к тебе. Но у нас с тобой следующая проблема. У нас 48% и 2 часа ночи. И отсюда я делаю следующий неутешительный, блять, вывод. Он пришел нахуй. Заключается в том, что надо периодически вот так подсвечивать и посматривать на него. Потому что когда мы на него смотрим, а лучше закрыть дверь нахер. Он это... Он типа... Он не зайдет.
Так. Блять, сука, камеру сломали. Ага, леса на месте. И это тоже на месте. Блять, открываем. Открываем по одной причине. Чтобы энергию сэкономить. Потому что 3 часа ночи. Так, ага. Ну, он на месте, он не особо никуда не рыпается пока что. Пока что никуда не рыпается. И эта мразь тоже на месте. Так что послеживаем. Периодически посвечиваем. Значит, смотри. Они на месте, они не двигаются. Так. Так, они еще пока на месте. Все так же на месте. Так, главное не паниковать, следить, смотреть по сторонам и следить за лесой с ним. Так, хорошо. Пока все нормально, пока все относительно под контролем даже. Так, смотрим. Лиса, смотри, к чему монстрячилась уже. Лиса уже на монстрячилась. Нихуя себе. Лиса пошла. Давай, пускай она с криптом отыграет. Так. Значит, смотри. Это я. Это я. Это я. Это ты. Это я понял, что это ты. А лиса? А лиса у нас? А лиса у нас стоит за дверью? Лиса у нас с тобой стоит за дверью? И походу... А это говорит об одном? Ни в коем случае сейчас нельзя открывать дверь. Потому что если открою дверь, она зайдет сюда. У меня уже такие случаи были. И у нас с тобой остается 4 утра. 4 утра и 7%. А это что? А, правильно, это значит, что пиши пропало. Пиши пропало. 4 утра, до 4 утра дожили. Это тоже неплохо, я считаю. Ага, ушел, ушел. Кто там был? Сучара. Просто мразь. Ладно, давай еще раз. Че, пробуем? Фигли. Пока не пройду, я не отстану. Мы сегодня с тобой обязаны просто пройти. Ой, извинись. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, сразу. Вот он. Вот лиса. Вот он. Он на месте. Уже никого, блядь, нет на месте, только он на месте. Так. Ага, пошел. Уже пошел. Уже пошел. Уже хочет уйти, но мы ему не дадим просто так уйти. Мы за ним будем следить. Мы за ним будем следить очень внимательно. За ним и за лесой. Так, ага, он там. Лиса тоже наготове. Хорошо. Так, ладно, все нормально. Ага, все отлично пока что. Так, он здесь. Лиса тоже здесь, отлично. Так, ну, давай немножко, наверное, спаем обороты. Тогда проверим. Он еще здесь, лиса тоже здесь, отлично. Отлично. Так, ага. Так, все отлично пока. Все пока что отлично. Все пока что отлично. Блять, ну не совсем все отлично, ладно. Так. Следим. Блять, да хули он не уходит, а? Вот. Прицепился, мразь.
не уходит. Так. Бля, блядская хуйта такая синяя. Смотри, к чёрт. Лиса уже на нас речилась. Ты понял? Ага. Отлично. Так, ну следим. Пока следим. Ага, все пока нормально. Все пока отлично. Пока живем. Пока еще живем. Все пока нормально. Все пока нормально. Пока живем. Так, отлично. Значит, смотри. То есть нам надо такой тактики с тобой придерживаться. Примерно плюс-минус. То есть самое главное это не проебать Фредди и не проебать лесу. Но Фредди мы так максимум просто задерживаем. Вот. Поэтому нам надо сконцентрироваться прям на нем, хорошо? Чтобы не дать ему пройти к нам. По максимально. Максимально, чтобы его... Бля, все пиздец. Лиса пошла. Лиса пошла, лиса ушла. Отлично. Отлично. Пока живем. Пока держим, блядь, нихуя себе, пока держимся. Пока держимся, пока нормально. Пока все отлично. Ага, ушел. Ушел, отлично. Ушел, мразь. Мразь такая, ушел. А это что? А это правильно, это не может меня не радовать. Ага, все. Так, все, отлично, отлично, отлично. Отлично. Скажу я тебе. Пока. Все. Отлично. Так, пока все отлично. Пока. Блять, нихуя не отлично. 47%. У нас с тобой 47%. И 2 часа ночи, блин. Надо как-то это. Уменьшить растрат. Ну, блин, просто если сейчас следить не буду, я их просру из поля зрения. И я не могу их просрать, потому что если это произойдет, то все пиши пропало. Понимаешь, о чем я? Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Блин, так и стремится выйти из моего поля зрения. Гад такой, а? Ага, отлично. Так. Отлично, отлично, отлично. Все пока отлично. Пока живем, пока держимся. Бля, 3 часа ночи, 38%. Все очень плохо. Все очень, очень. Все не очень. Хорошо, так скажем. Надо экономнее. Однозначно как-то надо все это быстрее все делать. Максимально прислушиваться. Вот. Максимально надо прислушиваться. И не давать никому ходить. Так, 3 часа, 32%. Блин, это очень плохо. Это максимально херово на самом деле. Это блин, нихуя себе. И это тоже не очень хорошо. Сейчас теперь энергия пойдет вообще капец как быстро вниз. Ты как думаешь, долго он будет? Бля, 4 утра, 28%. Ёбнись. Блять, а он не хочет уходить. О, мразь, а. 25%. Ага, ушел. Так, быстро. Ага, все, все на месте, все в сборе. Пока следим. То есть вот эти две основные камеры, которые нам надо с тобой сейчас контролировать. Это вот как раз где Фредди и где Лиса. Не давая им продвигаться. Потому что если они продвинутся, то все пиши пропало. Тем более 4 утра и 21%. Сука, проебал. Пиздец. А так хорошо шел, да? 4 утра. Не судьба.
Так, сейчас я поудобнее сяду. Ну ничего, мы с тобой пройдем. Тактика-то она рабочая, по сути, как бы мы бы прошли, если бы не проебали зайца. Вот. Я же второй раз камеру когда смотрел, уже не светил по сторонам. А это моя ошибка. Понимаешь, в чем? Так. Ага. Так. Все, камеры сломали. Камеры сломали. Ладно, следим. Вот. Так. Ага. Ну все, все пошли, короче, ко мне. Все ко мне пошли. Так. Так, кто тут бродит? Мы с тобой нормально так прожили, считай. Да, я так считаю. Ага, все пока нормально. Блин. Надо, короче, нам с тобой сократить расход энергии. То есть максимально как-то оптимизировать. Все надо максимально оптимизировать. Я пока не совсем имею полное представление, как это можно сделать. Но это как-то нужно сделать. В общем, у нас с тобой 1 час ночи, 81%. Я считаю, это неплохой пока что результат. Ну, на мой взгляд. Вот. Так. Ага. Все пока чисто. Все пока нормально. Все пока под контролем. Ага. Так, давай, сваливай, мразь. Он не хочет уходить. Он хочет побольше батарейки моей сожрать. О, гад. О, мразь. Ага, ушел. Ушел. Отлично. Так, Фредди у нас там. Все, пускай там стоит. Так, это вы что, у меня 68%, 67%. Фредди пока на месте, лисы пока нет. Это хорошо. Это пока хорошо, это пока меня радует. Это пока меня не может не радовать. Ага, ты понял? Вот сейчас бы я в камеру бы залез, и все. О, лиса наготове. Ну как наготове? Я бы не сказал, что наготове, конечно. Но с ней уже надо быть повнимательнее. Однозначно повнимательнее. Так, так. 57%. Так, и пока никого. 55%. Так, Фредди на месте. Лиса тоже пока не вот тебе. Блять, сука, цыпленок тебе приебался. О, мразь. Не уходит, ты понял? Ага, ушел. Ушел. Так, Фредди на месте. Лиса тоже на месте.
Так, 3 часа ночи, 47%. Это очень плохо. Но, мне кажется, это пока максимум. Блять, лиса, сука, наготовлен. Это пока максимум, что я могу сделать. Как ни крути. Это пока максимум. Блять, лиса вышла. Давай, активируем ее. Ага. Блять, эта хуйта стоит. Так, лиса на месте. Фредди на месте. Заяц, сука, на месте. Сука, все на месте. Все, заяц ушел. Итого, что у меня? У меня того получается 3 часа ночи. 37%. Не густо. Очень даже не густо, я бы сказал. Так, чисто. 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 Так. Все пока относительно. Ну как нормально, блять. Учитывая, что 3 часа ночи и всего лишь 32%. Это очень плохо. Сука, вот кто ходит здесь? Ты мразь. Так. Фредди на месте, лиса на месте. Вот че он не уходит, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Блин, извини, не уходит и не хочет уходить, походу. Пиздец. Ну, мразь. Ага, ушел, отлично. Съебался. Это хорошо. Так, 4 утра. 4 утра. Фредди на месте, лиса на месте. Да выключи ты. Так. Блять, сука, кто-то прям ходит туда. Заяц, наверное, твоничь. Бля, 18% в 4 утра. Это очень обидно. Так, ладно, давай сейчас. Небольшая передышка. Сосредоточимся на звуках. Блять. Кто-то как побежал. Блять, медведь съебался. Ну все, пиздец. Пиздец, сказал бы я, товарищи. Ладно, следим за лесой тогда, хули. 5 утра, 12%. Ваши ставочки, господа. И дамы. Я очень надеюсь, что сейчас получится все вывести, потому что иначе это будет очень обидно, считай, считай, практически прошли. Ага, ну этот заяц, это, блять, я... Нахуй не удивлен. 8% в 5 утра. 7% в 5 утра. Ну все, пиздец. Пизда рулем. Ага, ушел. Ушел. Ушел, отлично. 4%. Прикинь, 4%. 5 утра. 4-3% 5 утра. Как ты думаешь? Выстоим, нет? Блять. Охуеть, не встать. Пиздец. Опять. Yeah. Фух, я думаю, честно говоря, сейчас пизда нам будет. Класс, кайф, супер. Хорошо работал, лентяй. Увидимся на следующей неделе. Нет, спасибо большое, конец. Фух, мы это сделали. Ура! О, шестая ночь.
Ладно, чай предлагает одна из заканчивается, лишь серим Толстого продолжим. И будем проходить шестую ночь, поэтому кто не подписался, обязательно подписывайся. Обязательно ставь лайк. Всем покеда.